Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин посетил Казанский вертолетный завод и КАПО имени Горбунова. Экскурсию провел президент Татарстана Рустам Миниханов и исполняющий обязанности премьер-министра Равиль Муратов. Федеральному чиновнику представили новые автоматизированные станки. Глава республики предложил рассмотреть возможность создания в Казани технопарка для авиастроительного кластера. Рогозину показали винтокрылые машины, которые заказала Индия. Также посмотрели образцы гражданских и военных самолетов, обсудили перспективы развития предприятий.